5 марта сотрудники филиала «Единый оператор» совместно с Архнадзором города Каспийска провели очередные рейдовые мероприятия по выявлению и отключению безучетных и бездоговорных пользователей услуги холодного водоснабжения. На этот раз комиссия посетила коммерческие объекты по улицам Каспийское шоссе, Махачкалинское, Мичурино, Тимирязево, Лиза Чайкина, Чапаева, Гастелло и Назарова. Отметим, что сотрудники водоканала также проводят рейды и отключения для физических лиц, чей долг превышает 5000 рублей, и юридических свыше 10. Подобные рейды проводятся еженедельно. В связи с этим представители филиала «Единый оператор» Республики Дагестан по городу Каспийску убедительно просят жителей встать на учет во избежание отключения водоснабжения и водоотведения. В противном случае на нарушителей будут составляться акты для выплаты административного штрафа.